Всем привет на моем канале. В сегодняшнем видеоролике мы поговорим о новой криптобирже, которая появилась на территории Украины. Очень сильно сейчас идет информация по этой бирже. О ее презентации объявили совсем недавно в Киеве на выставке по криптовалюте на форуме. Основатель этой украинской криптобиржи — IT-предприниматель с Харькова. Вот его инстаграм, он есть везде официально. Основатель один из — Николай Удянский. Они решили создать и запустить криптобиржу, которая завязана, большая часть торговых пар, на гривне и на стейблкоинах. То есть побольше она разрабатывалась для граждан Украины. Регистрироваться здесь-то могут все, но у граждан Украины есть свои преимущества, потому что партнером является iBox. Вот, есть свои новинки, свои фишки на этой бирже. Удобно будет пополнять свой баланс, а также обналичивать. Также есть информация о том, что всем зарегистрированным пользователям будет начислен бонус в размере 500 гривен. Поэтому халяву никто не отменял. Всем советую и рекомендую зарегистрироваться на данной бирже. Ссылка для регистрации будет под видео, либо в моем телеграм-канале. Все ссылочки, как всегда, под видео. Вы здесь сами можете ознакомиться о всех нововведениях. На официальном сайте биржи информации о раздаче 500 гривен нету. Многие задаются этим вопросом, откуда инфо. На официальном нету. Информация есть у самого Николая в его в инстаграме. Можете сами зайти и ознакомиться. Сейчас я покажу. Вот под его постом вот выложен видео о презентации биржи. И здесь написано: «Всем привет, у меня отличная новость. Мы запустили первую украинскую криптобиржу QMO. В ней будет торговаться пара исключительно с гривной и стейблкоинами, как я вам говорил. И выводы будут минимальны, до 1%. Также пополнить баланс биржи можно будет за 30 секунд в терминалах iBox, которые есть по всей территории Украины. Также они обещают, что всем партнерам будет выдана банковская карта, которая будет завязана с биржей, что очень удобно и очень круто. То есть вы свои деньги сразу можете получать на карту, а карты рассчитываться и обналичивать где угодно. А также по завершению аирдропа мы начислим по 500 гривен каждому регистрацию. Плюс бонус за каждого приглашенного. Поэтому еще раз говорю, регистрируйтесь. Регистрация здесь простая. Вот. Обязательно подтверждаем регистрацию через свою почту, проходим элементарную верификацию. Кто работал с другими биржами, те знают, что это такое верификация. Как бы в аирдропе ничего не расписано по поводу верификации, но я думаю, лучше ее пройти. Потому что по-любому будут какие-то моменты, связанные с выводом и вводом денег, а для этого нужно проходить верификацию. Тем более это все бесплатно. Не теряем свой шанс, пока проходит акция. Регистрируемся и пользуемся. У кого будут какие-то вопросы, обращайтесь либо в комментариях, либо в мой телеграм. Все ссылочки, как всегда, под видео. Всем спасибо.